Всем привет! Мы тут с Валерой собрались быстренько проехать в магазин. Надо будет заехать в Фикс Прайс, Лизе посмотреть там маечки, трусики, в этот садик. Садик, вот. Так что сейчас мы быстренько проедем. Да, Настя? Да. Настя остается у нас за старшую, смотрит внимательно за сестренкой. Не в телефон, а за сестренкой. Все, приехали мы. Купили Лизе вот такую вот юбочку в садик. У них на утреннике они будут конфетками. И вот написали, сказали, купите пышную юбочку. Потом еще футболочку надо голубенького цвета купить. И вот и Лиза у нас будет голубенькая конфетка. Там была желтенькая, но мы решили, что будет вот голубенькая, да? Юбочка такая. Я хочу и голубенькую, а желтенькую. Да, а еще мы купили Лизе вот такое вот платьишко. Оно пышная. Идет со шлейфом. Пышное, да. Давай сейчас будем мерить. А еще и Лиза у нас на платье айфоновское, видите, и яблоко. Да? Идем сюда. Я тебя переодену. Еще купили платьишко новогоднее. У нас так-то много платьев. Надо вообще выставить какие-то. Может быть, продать. Или пусть лежат, хранятся. Давай, идем. Я тебя переодену. Так, давай, назад. Вставай туда. К елочке давай. Вот какая красавица. А теперь поближе. Переливается, конечно, блестит. На камере так не блестит. Вон туда. У тебя айфоновское платье. Айфоновское платьишко. А ну-ка повернись. Как у тебя яблочко. Как у меня яблочко на телефоне. А у тебя платьишко, да? Какая ты хорошенькая. Вау. Вообще классно. Поверни. Иди сюда. Тебе очень идет. Повернись. Спасибо. Спасибо. Я хочу платьишко. Здесь вот такой вот шлейф. Этот шлейф тоже снимается. Но мы его снимать не будем, да? Мы будем вот так. Как тебе, Настя? Сестренка такая хорошенькая у тебя, сестренка. Ну какая. Вау. Вот, на Новый год будешь в этом платьишке справлять, да? Это тоже. А еще можно вот, вау, как красиво. Там блестит, да? Жалко, вам не видно, как оно блестит. Оно очень блестит. Иди сюда. Настя, попробуй на голову ей одеть этот шлейф. Нельзя. Нет, нет, иди сюда, Элизочка, иди сюда. Нет, мы посмотреть хотим, как у невесты. Элизочка, как у невесты вот так на голове вот так вот делается. Фата. Что такое, это будет, когда мне будет 11 лет? А, нет, не получается. Мне будет 11 лет, прикольно, я шутки. Буду за Элизой ходить, и там я уже воспитательница. Да. Я уже... О, это уже на Хэллоуин можно. Я закрасилась в красное. Но. Вообще красивая платьишко. Еще и яблоко. Вот, ты как бабочка. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я как белая бабочка. Да. Только, только ты неправильно взяла, да. Да, еще купили вот такую еще одну алмазную эту вышивку. У тебя же такая же? Да, и Лизе, чтобы Лиза не забирала. Они одинаковые же, по-моему, Настя. Идем, я тебе покажу, идем. Ты уж так не дергай, бабочка. Ты уже вон там все запутала. Ладно, делай. Подожди, вот так. Это моя. Твоя там, Настя положила. Давай. Вот. Красиво. Тебе нравится? Как невеста. Да, отвернитесь, говорит. Давай. И чё? И чё происходит? Сейчас, прилетит бабочка. А, сейчас бабочка прилетит.
Опа, и что это, бабочка к нам прилетела? Иди сюда, ты уже там оторвала. Не тяни так, повернись. Ты сейчас так от пуговички отстегивается. Не надо так, не болтай. Да. И вот это вам все блестит. Стой, я покажу, как блестит. Стой, а то ты бегаешь и не видно. Ну, в общем, оно очень переливается, оно очень блестит. Да, и вот здесь очень красиво. Да. Ну, давай теперь шортики и это, да? Да, волосы. Давай еще покажем, что купили. Давай снимем. Как будешь ты, сейчас папа тебе поможет. Стой, сейчас я принесу. Вы офигели? Уже сидит. В общем, купили еще на физкультуру вот эту вот черную. Вот смотрите, села, надо теперь чистить. Это он у них будет на физкультуру. На, иди, отнеси, папа тебя оденет, я приду за сниму. Так, потом это в фикс-прайсе мы брали. Взяли вот такие вот две маечки. Очень такие хорошенькие, плотненькие. Как раз на зиму по 100 рублей. Трусики Лизе по 55 рублей. Вот они с одной стороны. Так, мягкие-мягкие. Сделано в Кыргызстане. Написано по 55, по-моему. Вот такой вот милашечки, да? Вот такая розовенькая кисочка. Прям зима-зима. А, здесь осень уже. Так, и вот такие вот. Это все на Элизе. На Настю мы не стали брать, у нее есть. Так, вот такие вот шарики, беленькие, розовенькие. Просто надуем, не как у Насти полностью вот эту штуку. Это Валера взял себе термостельки по 79 рублей. Вот Элизе еще одну взяли, чтобы они вместе. И вот такой вот фартук. О, ну-ка, ну-ка, и встань. Элизочка, ну встань, я посмотрю. Сейчас, подожди, Настюш. Вау, ты спортсменка. Вот такие вот шортики по 200 рублей. Да, вот фитнесом. Физкультура это фитнес. Вот на физкультуре спортом и занимайтесь. Мам, кстати, Элиза сейчас похожа. У нее для физкультуры будет вот это, а она типа похожа на пчелку. А у меня костюм как на лягушку Маквана. Да, у тебя зеленый. Да. Так, вот такие вот еще на Новый год девочкам стаканчики купили в фикс-прайсе. Такие с трубочкой, миленькие, два штучки. Еще кое-что мы купили в фикс-прайсе, но что, я не покажу. А, еще вот это мы взяли. А где еще тетрадка такая? Где тетрадка твоя? Где-то была. А, вот. Так как садик на математической основе, вот уже, видите, мы взяли вот такой счет. Я считаю до 5. Здесь задания, они все делают. Это классовать. Да, ну вам будет говорить воспитатель, что делать. Иди переодевайся. Переодевайся. Футболочка 170 рублей, шортики 200 рублей. Вот они там делают, занимаются, считают. Так, и это у нас фартук. Это фартук. Фартук почем? 120 рублей. Фартук я покупала. Фартук покупала здесь тоже в Иглино. То Иглинский возле первой школы очень много. Вот там принадлежности, если вдруг кто не знает. И вот такие вот нужны. Всегда мы вот там вот уже столько лет прошло. Фартуки идут стандартные, пони-единорожки. Вот такой фартучек взяли. Так, ну, и так как тогда не было у нас вот этих вот, мы взяли сразу 5 штук баночек для анализов в фикс-прайсе. Такие вот у нас покупочки, в общем-то. Так что послезавтра на 2 часа пойдем. Еще мы взяли кое-что на подарки в боксы, но я показывать не буду. Пусть это будет все равно сюрпризом. Не нашим детям, а племянникам, получается, и племянницам. Чтобы, в общем, не палиться, да, чтобы это было приятно. Ну, такие, как я уже говорила, чисто такие символические. В бокс там положу, что мне понравилось. А уж там понравится, не понравится. Ну, я думаю, что все-таки понравится. Как бы вот так. Сколько нам? Это получается Катя, Анжелике,
Кате, Анжелике, Милане и Эдвину. И Эдвин, вот мы подарок. Кате, Анжелике. Ну и пока детям собираем. Пока детям. Вот это был подарок на Новый год Элизе. О, мама, не на Новый год. Мама, папа откроет. Платье подарок Лизе на Новый год, а юбка подарок на день рождения. Я говорю, все, это подарок. Ну, платьишко очень классное. Вот это вот яблочко прикольное такое. Прям очень модно. Стильно, молодежно. И, в общем, я показывать не буду, что я купила, потому что, чтобы, в общем, не палиться. Я объяснил, как надо было вот это. А что здесь непонятное, Алвин? Вот здесь какой-то. Ноль, а здесь нету нуля, а что здесь выбирать? Где? Ну вот. Ноль. Это О. Ну О здесь нету. Ну вот где О, это цифра 14. А, вот как, тоже так же. Вот откуда опять начинаете? Вы неправильно начинаете. Я ей сказал. Нет, надо вот с этого угла всегда начинать. Потому что ты когда, вот в тот раз вы начали неправильно, знаете, как я мучилась? Вот ложишь, кладешь на перед собой картину и всегда начинаешь с этого угла. А что это? Потому что ты оттуда начнешь, потом тебе неудобно, вот отсюда начинай. А это ну, сложи в мешочек пока. Она не все высыпала еще здесь, потом потеряется. Ну, они там с запасами, и у Лизы еще возьмет. Я надеюсь, ты закончишь. Вот, давай, собирай, на это спасибо. Будет новогодний подарок от тебя, бабуле, картину такую. Соберешь, бабуле, до Нового года? У тебя времени мало. А я это... Сколько осталось дней? 13 дней до Нового года осталось. Да, вот, давай, собери бабуле картину, смотри. Бабуле понравится, здесь цветочки, правильно? Шляпка такая, прям деревенская. И у тебя... Сейчас я тебе помогу начать. Посмотри, надо... это какая цифра? Один? Так вот же у тебя однерки. Ты прикрепи. Однерки-то сделай. У тебя же есть однерочки. Вот, а ты кому будешь собирать вот такую картину? Мне. Себе, правильно. Да не Кате буду собирать. Кате? Дуся, а ты кому будешь собирать? Никому, она так плоская. Она раскидывать будет, да? Что, получилось? Мама, так мама, подожди, мама. Ты вот так, может, для начала перевернешь? Нет? А, здесь надо же убрать, Настя, с одной стороны-то пленка, Валер. Мы сейчас с тобой вместе будем делать. Точнее, ты будешь делать, а я тебе показывать, куда надо, на какую циферку. Иначе у тебя неправильно получится. Ну, давай, откроем, только ты пока ничего не доставай. Валер, открой, пожалуйста. А сейчас все вывернет. Нет, она не будет доставать. Сейчас мы будем делать. Да, да, ты сама будешь это все делать. Ты же просто не все цифры знаешь. Я тебе буду показывать, на какую циферку. Под маминым контролем будешь собирать. 12, да, здесь же все написано, как что. А потом мы вот это вот вырежем вот так вот аккуратненько. И все вот эту штучку. И бабуля поставит. И будет красота. Вот новогодний подарок будет. Все открыл я. Так что, бабуль, мы готовимся к Новому году. Видишь, подарки тебе собираем. Только ровненько ставь. А то потом криво получится. Убирай пальчиком. Инструкции читай. Прочитай сперва инструкцию. Да, ты инструкцию прочитай. Читай. Как вот надо делать? Нет, вот читай, вот порядок работы. Циферка 1, читай. Да, надо сначала читать читай. Инструкцию. Правильно, все. Папа говорит. Я не знаю, как. А как ты собирать будешь? Вот поэтому с мамой надо собирать. Я а инструкцию прочитаю и будем уже знать. Ладно, ты пока доставай все. Да, ты ровненько в линию ставь, иначе ты потом будет неудобно. Это ты нажимаешь просто, поэтому... Вытекает. Ты же сильно нажимаешь. Да? Там не обязательно так сильно, Настя, нажимать. Как ты жмешь вот так сильно. Да, ты пока там не отрывай пленочку, а то она липкая будет. Пока смотри, какие там циферки. Че эти опять? Вот одна пришла. Одна здесь лежит. Ага, и вторая. Вся семья в зале. Она мама, никогда не кусала. Мама, это как у шляпки такая штучка. Да. Есть, ты себе, что ли, будешь картину эту собирать? Нет, Кате. Кате? Я
Анжелика. Нет, не отрывай. Нет, там липкая. Все, пойдем сейчас вместе делать будем. Давай, уходи. Уходи. Все. Дуся, нельзя. Уходи. Уходи. Нечего здесь лежать. Иди. Уходи. Нет, ну вы посмотрите, а. Двигаемся, но не уходим. Дуся, так нельзя здесь лежать. Нельзя. Сюда надо что-нибудь колючее, может, поставить. Так, нам надо будет еще надуть шарики. Обязательно. Дуся. Еще я собрали новогодние подарки. Но мне не хватает. Мне не хватает места в коробке. Прикиньте. Что делать? Прям вот так дарить. Но я пока не полностью закрыла, потому что еще будем дополнять эти боксики. Вот. Настя сидит. Папа ей не разрешил телефон. А она все равно сидит в телефоне. Представляете? Настя, я компромат собираю на тебя. Прикинь? Представляешь, если папа это видео увидит? Что тебе будет? Я не знаю. Вау, так красиво. Вести тоже. Только если я завтра. А чем ты так занята? Время 6:30. Чем ты так занята? Пособирай еще. Убирай телефон. Отдыхай. А чем? Это тоже отдых? Вон она в кружечку себе водички налила. Тебе не жарко? Может, окошко приоткрыть? Вот, да. Вот Настя. О, какая кружечка. Настя водичку себе сюда наливает. Merry Christmas, I give you my home. Ля-ля-ля-ля-ля, красота. Елочку зажечь еще. И будет так на фоне. Короче, вот так вот под елку там себе напитки набираешь и ставишь. Если что, это детская. С ребенком договаривается папа, да? Но с Нового года в спортзал. Вот тут написано. Надули шары. Не знаю, доживут они до завтра, не доживут. Вот три шарика так Лиза захотела. Здесь вот повесили. В общем, у нас декорация. Будет шарики и елочка, да? Тихонько. Как? Офигеть. Так он, если на елку будете бросать, он же лопнет шарик. Ну. Девчонкам вообще нравится. Да? Вам нравятся такие баночки? Они вон лимонад себе сюда налили, да, Настя? Это моя. Не знаю. Это моя, мам. Ладно, я попробовала. Вот так поставить надо. А я отсюда взяла. Надо как-нибудь пометить. Как-нибудь. Я могу со шариком. Так. Ух ты. Настя, шторки надо опустить. Еще джамшуту запускала. Шторки подняла. Злость на всю. Зачем? А зачем злиться? Только, давайте только возле телевизора аккуратно. Силачка. Хоп. А ты ногами, да? Она ж подавилась. По-моему, шарик тебя ударил, а не ты шарик.